Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. С вами Ольга. И сегодня я предлагаю вам 4 варианта вкусной закуски на праздничный стол. Готовится очень просто, получается вкусно и красиво. Если вы еще не подписаны на мой канал, тогда подписывайтесь, чтобы не пропустить новые вкусные интересные рецепты. Все ингредиенты также смотрите под видео. Давайте начнем готовить. Первая закуска у нас будет хвостики шпрот. Для этого отвариваем яйца, картофель, очищаем и натираем на мелкой терке. Берем зубчик чеснока, перекладываем все в миску, добавляем майонез и хорошо перемешиваем. Начинка должна получиться не сухой, но и не сильно жидкой. Начинка готова. Огурец моем, обсушиваем и нарезаем тонкими длинными пластами. В них мы будем заворачивать наши шпроты. Берем огурец. Смазываем начинкой, кладите не сильно много, чтобы при заворачивании начинка не вылазила. Намазывается, конечно, сложно, так как огурец у нас выпускает сок, начинка скользит, размазывайте аккуратно, вот такими движениями. Начинку также распределяйте равномерно, чтобы закусочка получилась красивой. Намазываем полностью наш пласт огурца. Берем шпроту и хвостиком вверх кладем на огурец и закручиваем, как бы прячем нашу шпротинку. Вот такой рулетик с хвостиком шпрот получился. Смотрится очень красиво и празднично. Так проделываем со всеми ингредиентами. И заворачиваем нашу шпроту. Распределяйте начинку равномерно. Вот такими подтягивающими движениями. И спрячем шпротку. Аккуратно закручиваем. И получается вот такая красивая подача легкой и быстрой закуски на праздничный стол.
Смотрите, как красиво и оригинально смотрится. Следующая закуска у нас с креветки. Креветку отвариваем, очищаем, поливаем лимонным соком. Огурец также нарезаем длинным пластом. Начинка у нас будет сливочный сыр. Намазываем сливочным сыром наш пласт огурца. Тоже равномерно распределяя его по всей длине. Кладем креветку хвостиком вверх и заворачиваем рулетиком. Вот такой красивый рулетик с креветкой у нас получается. Так делаем с остальными ингредиентами. Хвостиком вверх и закручиваем. Вот такой красивый праздничный рулет получается. Смотрите, как оригинально это смотрится. Пусть это блюдо станет украшением вашего праздничного стола. И следующий вариант закуски – сельдь на крекере. Будем делать паштет. Отварную морковь очищаем, нарезаем. Нарезаем плавленый сыр, укроп. Сельдь очищаем, убираем косточки, тоже нарезаем. И делаем паштет в блендере. Добавляем укроп и все перемалываем. Вот такой паштет у нас получается. Берем крекер соленый, раскладываем. Кладем паштет в кондитерский мешок. Я взяла насадку звездочка крупная. Круговыми движениями выдавливаем наш паштет на крекер. Вот такие завитушки у нас получаются. Выдавливаем на весь крекер и добавляем к этому блюду изюминку, точнее ягодку клюквы. Будет смотреться намного оригинальнее. Смотрите, из каких простых продуктов можно сделать вот такое красивое праздничное блюдо. Следующее блюдо – паштет из шпрот. Лук зеленый нарезаем, отварной картофель нарезаем, также плавленый сыр. Перекладываем в миску все ингредиенты. Также выкладываем соленый крекер. В кондитерский мешок кладем шпротный паштет. Насадка у меня та же, крупная звездочка.
и выдавливаем такими же круговыми движениями, образуя вот такую завитушку. Выдавливаем паштет на все крекеры. И этому блюду тоже придадим изюминку. Украшаем ягодкой клюквой. Вот такая красота у нас получилась. Друзья, если вам понравились рецепты, готовьте их обязательно на свой праздничный стол. Хороших праздников, настроения. И до новых встреч! Готовьте с любовью, живите вкусно!